она как змея. А вон пещера, видишь, вон пещера. Виды такие, что крышу аж сносит. Не зря это место называют молитва. Сейчас воды мало, высохло. Обычно вот прям подходит вода прям к домикам, прям домики в воде стоят. Сейчас нету дождей и вот так вот. Сейчас высадились на берег и поднялись как раз к пещере. Пещера большая, порядка 6 километров в длину, но для посещения открыто около 600 метров. Дальше только со специальным оборудованием и со специальными людьми, обученными для того, чтобы сопровождать группу. Иначе нельзя.
Это что? Вот это? Это камень? И лед? Это не лед, не лед. Кальций карбонат. Да, кальций. Да. Изгледа как лед. Изгледа как-то лед, да. Если что, выплывем. Фигня. После того, как мы покинули каньон Уатс, решили съездить в такой городок Новый Пазар. По пути заехали в монастырь Сапачаны, 13 века, основанный королем Урашем I. Тут же, кстати, и находится его мавзолей, мавзолей всей царской королевской семьи. Shut up.